Они мечтают стать офицерами и с большим интересом приходят на занятия в военно-патриотическом клубе «Дозор». А сегодня в программе экскурсии в один из лучших военно-исторических музеев страны. Будущим защитникам Отечества на примерах великих предков рассказывают о традициях российской армии. Военное дело для курсантов – серьезное увлечение, у них уже много побед. Им доверяли нести вахту на посту номер один. Теперь в «Дозор» принимают с 9-летнего возраста, а впереди у многих военное училище. Хочу стать военным офицером. Вот. В Рязанское училище поступить, в ВДВ. Своим клубом мы занимаемся во многих направлениях, таким как парашютная подготовка, строевая подготовка, огневая и многие другие. Но мне в своем клубе, я хожу уже 7 лет, командир клуба. Тема занятий – Первая мировая война. С этого события началась кровавая история 20 века. Но о ключевых сражениях знают только профессиональные историки. О героическом брусиловском прорыве рассказывает герой России Игорь Станкевич. Сегодня настало время исторической правды. Организация «Герои Отечества» подготовила сборник о боевых подвигах разных времен. И это особенно важно для нового поколения воинов. Знать, что всегда и Георгиевский крест, и звезда героя украшали грудь самых достойных. На нашей передвижной выставке есть уникальная фотография. Генерал Хижняк, который в годы Великой Отечественной войны формировал здесь, в Куйбышеве, дивизию. И на этой фотографии он генерал-лейтенант. По левой стороне мундира у него ордена Ленина, боевого красного знамени, а на правой стороне мундира 4 Георгиевских креста. Вот это честная история государства, что человек, он совершал подвиг и в ту войну, и в эту войну. За победу в областных соревнованиях «Зорница» курсантам вручены грамоты с пожеланием, чтобы впереди у них были только триумфальные выступления и самые высокие воинские награды в будущем. Олег Зверев, Станислав Левин, «События».